В преддверии Дня молодежи улица Чеканова-Лиханова вновь преобразилась в Омский молодежный Арбат. Уже четвертый год это яркое событие, организованное Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта, собирает тысячи омичей. Гостей встречали дружелюбные Василисы, символы главного события этого года, 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и вручали всем сувениры с символикой фестиваля. Все площадки как бы нацелены на то, чтобы как можно больше молодежи привлечь. В целом, как бы, каким-то интересным интерактивным вещам молодежным. Ну а фестиваль это, так скажем, ну, действительно то событие, которое в этом году объединяет и всю молодежь всего мира. И омская молодежь тут далеко в стороне не стоит. Наоборот, можно сказать, что уже вот эти все квесты всевозможные, они именно имеют общую тематику приближения молодежного фестиваля. На молодежном Арбате были представлены уже традиционные развлечения. Танцевальные площадки, мастер-классы, показательные выступления и фестиваль «Звуки улиц». Добавились и новые интересные события для любителей музыки. К празднованию Дня молодежи присоединился известный диджей Артем Уржумов. Атмосфера очень классная, солнечная, ясная погода, очень много людей, очень много молодежи, детей. Вот. Я думаю, что вот именно популяризация вот музыки, искусства, вот то, что делают люди здесь, это очень хорошо, это здорово. Такие мероприятия, я думаю, надо устраивать чаще, чтобы молодежь там не сидела где-то там дома, там в подъездах, не пила, не курила, а именно вот отдыхала вот так вот активно, культурно. Вот заново рождается строка, про лето не жалея повествует. Дождался б с ней утром ветерка, что белым чудом по небу кочует. Строке придам и форму, и размер, и рифмой к облакам ее подброшу. Пускай поищет краски новых сфер, потом вернется в чащу или рощу, расскажет нам поэзию свою, пройдет мотив под рифмой вороною. Так часто переписывать люблю стихи, что не закончены весною. Здесь, как бы, получается, наряду с другими вот, творческими коллективами, мы можем представить людям вот так вот в открытую на улице свое творчество. Одно дело, мы сами собираемся, да, вот, ну, в залах обычно, ну, кто-то придет, а кто-то вот не знает. Вот люди идут, раз, вот услышали, может, кого интересует, там, ну, заинтересуется, услышит, послушает. Омский молодежный Арбат в очередной раз стал прекрасным подарком в преддверии Дня молодежи и собрал творческих, креативных и талантливых омичей вместе. Много разных мероприятий, много завлекалок для молодежи. Весело, музыка. Отмечать надо вот именно так, что собирать молодежь, призывать всех к спорту, к здоровому образу жизни. Я впервые здесь, ну конкретно 24 июня, мне очень понравилось, что движняк везде происходит. То есть ты идешь по Чеканово-Лиханово, везде что-то происходит, народ, молодежь тусуется. Мне кажется, это круто. Летом это надо делать, гулять, наслаждаться, встречаться с друзьями, ну и просвещаться. Очень интересная ярмарка. Понравились украшения. Камушки. Симпатичный вот браслетик. Мне безумно понравилось, потому что, правда, вся молодежь вышла и начала веселиться, и прониклась этим духом. И, ну, на самом деле, люди старались, это видно. И тем более вот было безумно приятно и энергично то, что как мы танцевали, выступали. И все друг друга поддерживали, правда, чувствуется то, что люди друг друга любят, уважают. В завершении на Куйбышевском пляже свои самые смешные шутки представили лучшие омские команды КВН. На этот раз открытый кубок клуба веселых и находчивых собрал 12 талантливых коллективов, среди которых были и уже набирающие популярность какие-то печеньки до 16, Бора-Бора, Алексей Сергеевич, концерт, а маленькие часики и другие.
сам праздник, День молодежи, он наполнен радостью, весельем. И мы как бы хотим в этот день еще как раз всем людям города Омска, то есть подарить бесплатный праздник. То есть любой желающий может прийти бесплатно, посмотреть КВН, порадоваться, где-то пошутить с нами, где-то повеселиться, где-то похлопать, поддержать нас. Нам как бы это приятно и им приятно, надеемся. Очень все круто, вот народ проходит и радуется, всех удивляем и всем нравится. Зритель такой разный получается, и дети, и взрослые, и все-все-все. И очень интересно всех вот радовать, и классно. Отличное настроение, заряд положительных эмоций и вдохновение на новые свершения. Вот такие впечатления остались от празднования Дня молодежи. Впереди омскую молодежь ждет еще немало мероприятий, организованных региональным Минспортом, в том числе и посвященных приближению Всемирного фестиваля.